Всем привет, мои дорогие подписчики. В этом видео мы поговорим о таких опасных вещах, которые люди размещают у себя в автомобиле и даже не подозревают о том, что могут нанести не только себе вред при каких-то там мелких ДТП, да, но и пассажирам. Значит, часто в интернете вижу картинки и у многих своих друзей, которые размещают различные, значит, иконки на торпеде, да, на руле там какие-то тоже игрушки клеят. Этого делать нельзя, так как, смотрите, почему, сейчас расскажу. Когда в машине пишется на торпеде airbag, там находится подушка безопасности. На руле также находится airbag, по боках, сбоку люди клеят иконки различные, картинки приклеивают пластиковые. Там какие-то котики, рыбки, собачки оставляют. Ну и вот когда какое-то столкновение, подушка срабатывает и вот вылетает на огромнейшей скорости, допустим, хотите сохранить вам жизнь. И вот эта вот иконка, которая, да, там с Божьей Матерью, выскакивает и со всей силы бьет вас по лицу. И вот бывали случаи много, что кому-то там глаз выбивало, кому-то там нос ломало. И интересный такой случай, смотрел видео еще одного там блогера, который рассказывал, что был такой случай, что, значит, наклеили Mercedes значок, да, на руль вообще Жигулей, Лада Веста. И вот при аварии этот Mercedes остался отпечаток у водителя на лбу. И когда водитель нервничал, у него пробивается отпечаток этого вот Mercedes значка. Это смешно, такая вот реклама у Мерседеса. Так что ни в коем случае не оставляйте, не клейте ничего на торпеду, так как это красиво, да, с одной стороны, но с другой стороны может даже лишить вас жизни. Так что давайте сделаем максимальный репост этого видео, поставим лайк, подпишемся на наш канал и обязательно расскажем про это видео, обучающее такое безопасности своим друзьям. С вами был Фрайпик, до новых встреч, пишите, какие еще знаете вы истории жизни, будет интересно почитать, и даже я расскажу в следующих выпусках нашим подписчикам. Всем пока, до новых встреч!